мои друзья в Палане мне принесли щенка. И с него практически все это и началось. Всегда было интересно приспосабливаться, создавать какой-то уют из ничего. Я занимаюсь, я обычно говорю, уже с пеленок. Аня такой уникальный человечек. Не боится сделать шаг в неизвестное. Просто даже выйти на собаках на старт, мало кто этого может сделать. Это вот из всей России, вот мне и Ане нужно было. Это жизнь этих собак. И вся их жизнь вы именно вот в таком беге. Какую ты информацию передашь своим будущим поколениям? То есть что ты оставишь после себя, какой след?